вот этот вот наш самодельный кикер, ну по-русски трамплин, прошел тест, прошел испытание и зарекомендовал себя хорошо. Вот это все мы сделали так, как выглядит все на чертежах. Там совместили два чертежа, два проекта, в один воплотили, получилось. Ну и держится оно хорошо. Все вот крепко держится, вот эти штучки хорошо работают, вот эти. Они втыкаются в землю. Как это все было, как совершались прыжки, вы можете смотреть на нашем канале. Ladies and gentlemen, welcome aboard the Starship Bonayam for our first passenger flight to Venus. Ready for countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Вот это, как присоединение, будем говорить, начальная самая деталь, на которой заезжает велосипед. Она позволяет изменить угол наклона заезда на сам трамплин и соединить с землей удачно, чтобы плавный заход на трамплин был. И ставится она вот так, только наоборот. Ladies and gentlemen, welcome aboard the Starship Bonayam for our first passenger flight to Venus. Ready for countdown.